Всем привет, вы снова на канале Борода Плей. Продолжаем играть Pleasure Tale Innocence. Что у нас было в прошлой части, что нас ждет в этой части? Значит, в прошлой части мы пробрались в институт, выкрали книгу, познакомились с кузнецом, он нам помог, прибежали домой. Значит, книга не помогла, нам пришлось идти добираться до дома, где убили всю нашу семью. Затем, там мы добрались до развалин каких-то там, где мать Амиции и Гугу все это дело, значит, делала лекарства, все это дело варила там. Ох, после этого мы оттуда пришли домой, а Гуга-то... А, нет, сварили, да, зелье, дали Гуго, вот этому вот мальчишке, вот он стоит сейчас, вот. На свет посмотри. Во, вот он, вот он. Не хочет на свет смотреть. Вот. И, короче, он его выпил, вроде как стало лучше, но он слышал разговор, что мама наша жива, то есть ихняя мама жива, и он убежал, его поймали, у Амиции были большие флешбеки, и там что-то ей там все там казалось, вспоминалось и так далее. В общем, играем мы Гугой, и мы находимся, как бы сказать, ну не в плену, но мы находимся в руках Инквизиции. Над ним ставят там всякие, наверное, хотят ставить всякие опыты, его хотят представить перед магистром, тем самым священником, там, каким-то вот этим вот старым, которого колят черт знает чем. А мы тем временем Гугой должны, наверное, пробраться и убежать. У Гуге ничего нету, вообще ничего. Он может только красться, ползать и все. Больше он ничего не может. Вот такие истории, ребята, столько всего. Серии просто большие, поэтому приходится вот это все вспоминать, рассказывать и так далее, и так далее. Так, люди. Лишь помню, твои страдания ничего по сравнению с там. Ну понятно, тебе там базарят что-то. Да и черт с ними. Так, кто где? Покажите. Вон он идет. По сути, мы можем, да, только пробираться, ничего мы делать больше не можем. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Одно хорошо, что вообще его Хьюго зовут, а не Гугу. Это почему-то перевод такой. Гугу, блин. Амиция говорит Хьюго. Амиция говорит Хьюго. Так. Проходит. Проходит, прошел. А? Не туда, вот сюда. Так, а там второй монах стоит. Он что делает? Этот носит туда? Ага. А тот? Ну вот так вот, да, пробрались. Все понятно здесь просто. В общем, вот, блин, история, конечно, такая себе. Зачем, блин, все-таки мальчик убежал, и причем мальчик все-таки попался. Ладно бы он просто убежал, и все. Так он реально попался, понимаешь? Измечая тебя, открываю тебе путь. Путь крови избранного. Ну, молодец, давай, давай, работай. У Амиции там прикольные в прошлой части были такие флешбеки, что вообще там, ну там музыка, там органы, виолончели, я не помню, что там уже там играл, какие инструменты, но было очень, конечно, когда там по туннелю за ним пробиралась, туннель полностью такой, знаешь, из крыс, там такие руки за ней тянутся, это было круто. Советую посмотреть, было классно. Так, он-то ходит по кругу, ага, тут никуда, вот туда вот дверь, там дверь. Я не думаю, что нужно за него тут. Нет, там тоже ничего. Аккуратно проходим. Я так понимаю, нам никакие ингредиенты тут искать не надо, ничего делать не надо. Просто надо пробраться, чтобы нас не заметили. А вот, а, значит, дальше, 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 дальше.
Понял, он, видишь, под столами может ходить. А? Блин. Чё ты... Нормально, все нормально. Ничего, мы привыкаем. К парням не очень это самое. Я самое... Им только-только стал играть, мы только-только вот сейчас первую серию им играем. Так. Из меча тебя открывают тебе путь, путь крови избранного, да-да-да, бла-бла-бла, короче, все дела. Короче, под столами нужно аккуратно прятаться, не спешить. Я просто, честно говоря, не заметил того монаха следующего, что он там был вообще. Че он у него есть нож на поясе? Надо нож сзади схватить, и ему... Ладно. Вон он, видишь, стоит, а я его не заметил. Или это еще один? Чик. Кто-то идет. А, ну вот, да. Медик... превосходное качество сырья Эписангрию все меньше. Наших сборщиков истребляют крысы. Делайте все, что от вас зависит. От качества дистиллята зависит жизнь великого императора. О, этого, ну да, инквизитора. Или кого там. Короче, понятно. Пока он отвернулся, проходим. Тут чисто интуитивно просто иду, на самом деле. О, есть сохранялка пошла, отлично, отлично. А, бутылки, бутылки, аккуратно, бутылки. А, здесь вот так, что ли, да, просто? А, вообще хорошо. А куда он делся? Стоит. А нам куда? Ну, явно туда, наверное. Он тут стоит, да? Тело великого инквизитора, боюсь, следующий может пострадать его разум. Не беспокойся, кровь мальчика восстановит равновесие сил. Да будет душа его в целости и сохранности. Эдлюсом, Эдлюсом. Я не знаю, что это значит вообще. Так, нам явно, наверное, не сюда, нам, наверное... Нет, нам явно туда. Главное не задеть бутылки, как в этой, с этой было. Ныряем. Вот, так что так. Ну, мальчик, конечно, блин, фигню творит. Ну, зачем убегать, попадаться? Вот этого бы всего не было, если бы ты оставался с сестрой осторожнее. Так, да я вижу, вижу, вижу. Но, тем не менее, он уже накосячил. Ой-ой-ой. Он уже накосячил, деваться некуда. Надо вылезать, короче, отсюда. Такой шлеп-шлеп-шлеп-шлеп-шлеп-шлеп-шлеп. Такой забавный, забавный, да. Так, смотрим. Ага. Ага. Аккуратно, аккуратно. Чё он там? Они всю эту хрень эту делают, да? Хрена там чаны. А такое ощущение, что мед. А ни хрена не мед. Так, ну ладно, что он там стоит и стоит, походу. Хрен с ним, пускай стоит. Бутылки не задеваем, не задеваем. С одну бутылку заденем, схватят. Быстренько проходим. Не нравится мне вот тот тип, что он там. А где он? А, он все, вижу, сидит. Смотри. Не, ни хрена, стоит и стоит, да бог с ним. Чё, как-то лихо идем. Они там все там про патрули, вон говорят, и в списке, я не знаю. Оп-оп-оп, тихо, тихо, это меня тут верх не увидел, наверное, уходим. Читать некогда, мы не можем читать, потому что мы очень заняты. Давай, давай смелее, говорит. Сам себе, сам себя это самое подгоняет. Просто мы как Формула-1 летим, просто. Глянь, ой. Вообще пофигу. Ой, нет, не пофигу. А, вот сюда. Ой-ой-ой. А рыцарь-то отвернулся? А хрен, а никто не смотрит вообще, похоже. Да, нормуль вообще. Он маленький вообще, кто себе под ноги смотрит? Никто под ноги не смотрит, все смотрят вообще вверх. Мы тем временем просто пробираем. Реально, что-то как-то идем очень круто. А, тут пар, сохранялка пар. Здесь, короче, нужно прятаться в пару. Вот, дым, в нем можно спрятаться, говорит нам Гугу.
Есть. А куда нам надо, собственно? Я что-то бегу. Ну туда, где охрана, куда же нам еще, может быть, надо. Пошел, 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 пошел. Вот. Все. Давай. Пшикай. Ну. Есть. И вообще. Легкотня. Главное, что собирать ничего не надо. Не надо по сторонам смотреть, не надо никуда забегать. Не, а кстати, может, цветочки какие-то и можно им собирать, и предметы. Ну, я хрен знаю. Я пока ничего не вижу, чтобы что-то блестело. Ёперный театр, блин. О, ходят-то, блин, из комнаты в комнату, блин, вообще просто. Говорю, как эти идут, вообще ничего не смотрят. Есть, то нет, вообще просто насрать. Вышел, дверь открыл, дверь закрыл. Так, довольно, приведите меня к великому инквизитору. Великий инквизитор очень занят. Занят? Я архиепископ, я действую от имени папы. И мамы. Монсеньор, миссия великого инквизитора священна. Церковь никогда не одобряла его миссию. Я здесь живу лишь с ересью. Я слышу, здесь есть ересь и что-то. А вы идете за ним в самый ад. Умерьте гнев, ваша это самая. Любовь нашего сана надлежит вести себя что-то там. Блин, это безумие. Ничего, нечего их слушать. Мамочка важнее всего. А, так он мамочку ищет. Он мамочку ищет. Он ищет мамочку. Ну ладно. Опа! Флэшбэки? О, голова, голова, голова. Нет, все нормуль. Мамочка, где ты? Блин, дружище, я боюсь, как бы даже если мы ее найдем, она тебе так-то не поможет. Она-то, наверное, сидит в темнице. Сырой. Скормленный неволе, орел молодой. Знаете такой стих? Я знаю. Так, сохранялочка прошла. Куда? Влево? Влево. Направо дверь закрыта. Идем влево. Опа, стоит, стоит. А-а-а-а! Тихо. Хопа. Спрятались. Есть. Такие книжки красивые нарисованы. Хопа, хопа, ниндзя, ниндзя. Быстро, быстро, быстро ныряй. Оп, 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 отлично. В тексте явным образом упоминается вознесение ребенка. Так, я знал. Римская аристократия оградила его от народа и тайно поклонялась ему. Вероятно, он был предком Гуго де Руна. Продолжайте. Они говорят обо мне. Молодец, соображаешь. Тихонько, тихонько. Тихонечко. Тихо-тихо. А, не-не-не, не сюда надо было. Да. Сюда идет, гад. Монахи, блин, добрые должны быть, а вы чё? Сволочи. Ой-о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 й
голове все бегает, книжки бегают. Здесь никого нету. Глазастый, блядь. Увидел, типа, да, оттуда. Охерел. Да иди ты в баню. Иди отсюда. Хрен ты лысый, иди отсюда. Иди служи епископу, архиепископу, монаху этому своему инквизитору. Так ходит он тут. Ой! Ой-о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 й
другим ходит. О, ну нормально, здесь еще хорошо, смотри. Спокойно, спокойно. Спокойно. Сидит. Тьфу, сидит. Уходит. Тот видишь, тот идет туда. Вон он. Потом он сейчас развернется сразу же и пойдет. Я там ничего не успевал сделать. Во. Слушай, а как нам вообще?
Хрен его знает. Нет, нормально всё. Так, все, идем, идем. Он отвернулся. Да, я тебя тут пришел. Да что вы делаете-то? Но мне точно туда же, мне больше некуда. Это очень странно. А, во, подожди, подожди, вот они в один момент сейчас должны. Чик. Давай быстро, быстро отворачивайся. Отворачивайся, давай. Отвернись. Молодец, все, идем, 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 идем. Идем, идем. Может что? Не может. Ныряй, ныряй, ныряй. Вот, все. Так, куда дальше? Ну, куда? Туда, походу. Тут-то все уже, вон там ничего вроде нет. А хотя хрен знает. Ага, тут закрыто, сюда идем, все. Все, сохранялочка сработала. Так, чик. Спрятались. Фактически, так, хорошо новости, они наконец привели ее в подвал. Значит, скоро она все расскажет, очень вовремя. Это, ой. Это, да, это про мамочку, да, мамочка. Мами, мами, мами. А, слушай, вот там вот можно было пройти, смотри. Не-не, это палево. Это палево. Стоп, я не понимаю. Стоп, 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 стоп. Так. Ни хрена, нам надо было пройти вот там, видишь, открыто. Встать за ним и вот сейчас вот прошмыгнуть. А получается, мы сейчас выйти не можем. Он прям здесь стоит перед нами. Мы выйдем, он нас увидит. Нам надо вот под тот стол. А дальше я не вижу. Чик. Задом, задом. Так, стоп, а здесь-то что? А ничего, здесь реально вот просто спрятаться надо на время. Сейчас, ну смотри, отвернется. Чик. Опа. Сейчас он опять, смотри, пойдет, чтобы не спешить. Не спешите, сейчас он сюда повернется. А, вот, 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 открыто, вот. Вот, видишь? Завяжи ему шнурки, блин, на ботинках, чтобы он грохнулся. А, нас увидит, упадет. Не надо, не надо, не надо, не делай. Все, погнали, погнали. Чик. Ну, слушай, ну это гораздо быстрее, чем играть с Амицией. Видишь, Амиция, я нашел мамочку. Но еще не нашел, как бы. Но... А, нет, смотри, подвал. Говорили, что ее подвал перевели. Ну, может, и нашел. Так. Хер, там никого нету. Никого нет. Идем, идем. Они сказали, что она в подвале. Надо дальше спускаться вниз. Ну, надо, да, надо. Куда идти-то? В какую сторону? В какую сторону? Не, ну там явно нет. Там явно, да? Какая большая комната. Ну да, а здесь можно, нет, пройти? Да хер там. Так, так пойдем, значит, пойдем посередине прямо. Ёлки-палки. Вот так вот. Вот так вот прям побежали. О, нет, 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 нет. Оп, что такое? А, это хрен сидит. Великий инквизитор, архиепископ прибыл, блядь. Превосходно. Мне кажется, ему бы сил не хватило эту книжку поднять, блин. Пригласи его. Ну какой он стрёмный. Сиди там нахрен, не ёрзай. Виталий, ваше высокопреосвященство. Бля, надеюсь, вы добрались без приключений? Избавь меня от твоих любезностей. Нас утомили твои интрижки, Виталий. Интрижки, ваше высокопреосвященство, блядь. Но может ли интрижка изменить будущего всего мира? Вот хер знает, я еще не знаю, чем ты занимаешься. Ты сам себя послушай. Да ты совершенно взбрендил, и все это... Позвольте, это невероятно важно.
Такой специально, да, продемонстрировать. Мы добыли кровь, блядь. Вы ее испытали? Да, мальчик уже должен был преодолеть первый порог, но, к сожалению, что-то в его крови, как кажется, замедлило процесс. Макула по-прежнему остается в исходном состоянии. Это несущественно. Если книги не ошибаются, моя кровь будет связана с его кровью. И чё? И когда он преодолеет порог, тоже сделаю и я. Продолжайте. А там, знаете, эти, ну, положительно, отрицательные, группа крови, все дела туда-сюда. Ещё по барабану. О, да ему да, понял, ему по барабану. Ну да, на самом деле, это жесть. Довольно, ты строишь из себя мученика. Но я скажу тебе правду, ты злобный еретик. Обезумевший от власти, папа считает, и мама тоже, что ты опасен, Виталий из Беневента. Тебя следует отлучить от Церкви Христовой. Правильно. Правильно, конечно, отлучать. Отлучить от Церкви можно человека. Выше высокопреосвященство, но не кого-то святого. Твоя инквизиция распущена, значит, наступает новая эпоха. Эпоха, в которой марионетки вроде нас склонятся передо мной и будут молить о пощаде, о спасении, о спасении. Пришел дядька злой такой, чё тут, убить кого, убить? Не убить, он здесь. Кто? Отлично, проверьте, пришла ли в себя Беатрис Дерун. Это мамка ихняя. Он здесь. Это пацан, что ли? Так, ну я уже сбежал, он сидит, ты смотри, где он здесь. Так, он страшен, надо идти за ним. Да, он идет к мамке, я понял. Зачем она продолжает упрямиться? У нас же одна цель, мы все сражаемся с чумой. Это кто-то говорит там, короче. А, это он говорит, да, дядька этот. У нас просто другие способы, и дочь ее совершает ту же ошибку. Тихо, мать твою. Глаза закрой нахер. А, такой, а? Так, стоим, ждем, это что за хрень? Это тут палит. Эд Люсом, ну что, вы встречались с Великим Инквизитором? Да, кровь носителя течет в его венах. Конюрция свершится. Конюрция, конечно, свершится, но я не знаю, что это. Замечательно, конец чумы близок. Все так, но не теряйте бдительности. Договорились? Окей. Как скажешь. Я бдительность вообще не теряю ни разу. Все, чик, пошел. Пошел, малой, пошел. Экран слева так горит, это пока сзади, вот слева горит, показывает, что там эти палят нас. Могут запалить нас. Так. Идем. Сколько нам еще ползать? Сад. Ой, там мужик сидит. Там мужик сидит, видел? Там же сидит кто-то, да? Да-да-да, сиди. Все, просто нахер, там тоже, там слева-справа сидит, бежим сюда. Тут никого, бежим. А в кусты можно? Да хер там, кусты плотные, наверное. Уходим, сюда прячемся. Оп, никого. Что он собирается с ней делать? Где он вообще? А, он, вижу, идет, следим. Так, он уходит туда куда-то, подальше от нас. Чик. Ага. Рыцарь, нахер. Не рыцарь, а воин. Мы же определили, рыцари это чин. Это в рыцари посвящают великих людей. Вообще, там, супер крутых, которые свою эту преданность доказали, отвагу и прочее. А это все шалупень в доспехах дешевых. Стоит тут рыцарь, я их все рыцарь. Хреницари. Ой, а что за этой штукой? Вот тут стопудово за этой штукой что-то будет, смотри. Да ни хрена тут не будет, конечно же, ну. Просто штука. Так, ящик какой-то. Сраный ящик. Давай. Есть. Так. Козел, блин, охренел, что ли, нахрена ты дверь закрыл, даже за тобой иду, блин.
О, ребенок объявился утром, судя по всему, у них с сестрой возникло недопонимание. Недопонимание возникло вот у этого Хуга. Хьюго. Вот у кого возникло недопонимание. О, черт. Не могу, не могу, не могу это все читать. О, они оперируют, смотри. To incorporate them into that material we find everywhere. You mean their nests? Кости растащили крысы, что? Чтобы сделать материал, который они ищут. Именно так, если мы ничего не предпримем. Что за глупость? То, учитывая скорость появления новых трупов... И гнезда однажды объединятся в одно гигантское гнездо. В единый мозг. Разум. Так, я не могу это читать, мне надо идти. Вы уж позвольте. Так. Я не знаю. Сюда, что ли? Крысы жрать должны все подряд, нафиг. Какой там кость, они что-то растащили, крысы. Ну это же бред. Прям вот они выбирают, что тащить, елки-палки. Никуда ничего не тащат. Видели, чтобы, блин, ну нет, ну, конечно, тащут, но, блин, ну чтоб. Блин, ну не знаю. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Обратно, обратно. Крысы в клетках, глянь. Лысые крысы. Скажи-ка, эти новые крысы, мы их вроде как должны перевести. Тебе нечего бояться. Тщательные отборы и немного алхимии обуздали их инстинкты. Кроме того, у них совершенно другая диета. Чё? А, вот и ладно. Чего? В смысле другая диета? Это как понять? Это как понимать? Почему я слышу всех остальных, но не тебя? А, видишь, он говорит, то есть он слышит... А, там черный, видишь, он всех... А вот а этих он не слышит, короче. Ну, ясно, понятно. Этих, короче, белых он не слышит. А остальных он слышит. Так. Ой, вон палец, смотри. Или чё, а чё он стоит там, я не понял, а... И чё? Чё он стоит? Может, мне надо куда-то... Да нет. Нет. Стоп. Нет. А чё он, смотри, стоит и палит, и чё? Или он заключенный, он ничего не сделает, может, подожди. Помоги мне, не-не-не. Не-не-не, ничего, ничего. Это не я, это он. Это он. Это он. Ёпарас это. Да ну нафиг, он что-то нагнулся, там что-то смотрит. Бежи, 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 бежим, я тебе говорю. Давай, давай. Ой, в покровяке вот по самой. Охренеть. Your death is not an end, for your blood shall nourish a new race of apes. Эти чуваки сидят, из них выкачивают, видишь, кровь капает, у них руки привязаны в оковы, как я понимаю. И кровь из них капает, крыс кормит. Да. Это он. Это он, да, это он. Все, что я успел прочитать, это он. Идем, идем. Увидев нож у горла сына, она станет нам помогать. Блять, опять. Я же тебе говорю, да хоть... Блин. А, ну вон там проход есть. Тут прохода нету. Ну пошли. Че, головой прям в ноги мы упремся этому. Так, придется, чё. И пойдем, такая образованная женщина, зря она к нам не присоединилась. Ох, она слишком упряма, только наш пытальщик-то поумнее будет. Пытальщик или пытальщик, он точнее где-то, она точно где-то рядом. А, пытальщик, пытальщик, я не знаю, как правильно. Пытальщик, пытальщик, наверное. Так, а куда, ни хрена себе здесь. Так, тут дверь закрыта. Ага. Это? Нет, нет. Прошу вас, дайте мне хоть умереть на воле.
Убегай, сейчас ничего нам не надо. Нам ничего не надо. Считай, тебе повезло, короче. А, типа на воле жопа, что ли, да? Типа, считай, тебе повезло. Дайте мне умереть на воле, он говорит. А тут, по-моему... Ну, я не успел прочитать, я удирал. А тот, по-моему, говорит, что это самое. Типа, повезло, что не на воле. Эй, малой, ты-то какого дела тут делаешь? Я ищу свою мамочку, тихо. Алхимичку, боже милостивый, ничего, нечего тебе тут делать. Мне пора, прощайте. До свидания, было приятно познакомиться. Адьос, оруар, всего хорошего. Ну его нахер, прицепится сейчас еще, да? Бог знает вообще, что у него там на уме у этого. И вообще, ребенок не должен ни с кем разговаривать вообще. Вы будете отвечать на мои вопросы. Опять плохо. Или вы по-прежнему расстроены историей, произошедшей с вашим супругом? Ну так, немножко, да, наверное, расстроена, как бы, чего нет-то. Тогда наш палач о вас позаботится, и вскоре вы обретете голос, уверяю вас. Он нет, он возвращается! Прячься вот здесь куда-нибудь. Оп. Отлично, отлично. Сидим, ждем. Все? Ушел? Ушел? Ну и все, иди. Надо было, вроде здесь спрятаться можно было. Ну ладно. Это Гири, это не мама. Во! Мамочка? Гуго? Гуго? Хьюго? Ну неужели они... Амиция сказала, что ты умерла, а ты жива. Амиция? Милый мой. Тебе нужно уходить, если они тебя здесь найдут. Нет, я останусь с тобой. Так они вот так уже нашли, какая разница. Здесь, там. Ну, убежал и убежал, обратно приведут. О, Гуго, они брали у тебя кровь. Господь милосердный, 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 милосердный. Right. Такие, да, эти решетки-то? Хорошо, Гуга, мы сбежим вместе. Но тебе придется найти ключи, скорее всего. Их держат в комнате в конце коридора. Ты сможешь туда пробраться? Ну, наверное. Тогда иди, ступай. Такая, знаешь, отправила его просто погулять. Ну иди, ступай. Будь осторожен, возвращайся сразу, как только добудешь ключи. Договорились, договорились. Так, гулять я здесь точно не... Ёб твою мать. Гулять я здесь точно не буду. Так, прячемся, прячемся. The alchemist will talk. I'm going to enjoy it. Just do your job. The captain of the guard doesn't appreciate improvisation, and neither do I. Yes, of course. Let me know when you're ready. I have to meet the leaders. Right. Нужно заставить их уйти. Authority, selves. Так, ладно, хрен с ним, не будем же это читать, вникать. Так, они там что-то базарить будет долго, мне кажется. Чё нам... О, тут ли... О, да тут все. Ой, тут не пройти. Хрена себе он видит. И чё? Я-то ждал, чтобы он ушел. А, он обратно идет уже. Яма! Яма! Ой, мать идти, тут еще один стоит. Ну его нахер. Фонарем в этого, в какого-то мужика там в клетке. Оп-оп-оп-оп-оп-оп, пошли, пошли, пошли. Я не помню, что здесь делать надо, честно, здесь фонари, здесь эта система опять фонарей надо, короче, эту делать. Так, но нам надо что-то еще до этого сделать, по-моему.
Он приколись по цепям по этим идет, да, и тихо-тихо, типа, да, блин, они там гремели бы, как черт знает что, не дай бог бы еще упало бы, ладно, это вообще было бы жопа. О, крысы, они все боятся крыс, я могу просто их выпустить, да. Отличный план, отличный. Выпустить всех крыс. Так, где этот стоит? Тут он, вот это он стоит, да? Да, вроде то он сначала он идет. Уходит, спускаемся. Уа! Крысы. Ну давай, 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 давай. Эй, клетка открылась. Так, так, уходим, уходим. Отлично. Идите, идите, я сейчас быстро за ключом. А, где ключ-то? Подожди. А ключ-то где? А ключ-то вот там, что ли? А ну один хер или нет? Давай здесь так пройдем. Так. Мы перекрыли. Тут у них... А где ключ-то? Что-то я не вижу. А ключ где? Ключ. Где? Где ключ? А... Ну не тут, не тут. Может быть тут, вот стол. Нет, не вижу. Я хрен его знает, где ключ. Ну давай, спускайся. Здесь фонарь просто. Сейчас мы фонарем это самое будем расчищать путь, мне кажется. Они убежали, типа, короче, да, что ли? Ты же это можешь там это. Нет еще или не можешь еще управлять? Или можешь? Давай, не дури, парень. Делай все. Так. Ну да, здесь все понятно. Хоп. Погнали. Тихо, 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 тихо. Ох ты ж. Половинки висят, клево. Так, а куда мы ее должны повернуть? Нет, явно нет. А! Ну вот, наверное, туда нам теперь. Так. Так мы совсем сюда прибежали. Один хрен, а где ключи-то? Блин, здесь я и так мог пробежать. Толку-то. Так, давай еще раз подумаем. Смотри, прибежали сюда. Здесь я нифига не вижу. Блин, а где ключи-то? Я что-то... А, во! Увидел. Все, не туда. Гуго, крути в другую сторону. Гуго, давай. О! Зашибись. Так, ключик. Чик. Откуда он знает какой? Я не знаю, их там херва туча. Ну, хрен с ним. Надеюсь, это то, что нужно. Опа! Моя голова, хватит! Хватит кричать! Все, отпустила? Хорошо. Так, теперь. А теперь на выход туда, наверное, посветить и все, что. А где выход, я не вижу только. Там, а, там это было, это, блин, дырка. А, вон она, все, вижу. Ну где-то так. Не, стоп, так. Так да не так, погоди, мне же не выйти будет. Погоди, значит эту штуку надо развернуть, ту. Сюда? Вертим. Ух, пила, нихера себе пила. Мне кажется, это не дерево пилить, нихера. Пыточный-то, да? Так. Так, 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 так. Не, все равно шляпа получается, смотри. Видишь? Все равно шляпа какая-то получается, стой.
Ни один хрен не выйти. Нужно выгнать их отсюда. Я понимаю, так а... Так вот что ли? О, я справился сам. Ну как-то... Давай, бегом вот так. Хоп, молодец. Все, 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 все. Мамочка, я справился. Ха, умница, беги быстрее. Интересно, она вообще сама бы доверила, нет? Так, говорит, ха, нормально. Справился. Так. Все хорошо, тихо. Теперь никто тебя не обидит. Мой герой, как ты себя чувствуешь? Как голова? Оно теперь постоянно со мной разговаривает. И что она говорит? Оно говорит... Оно хочет, чтобы я... Чё? Мамочка, я боюсь, соединился или что-то с ними. Да все нормально, не ссы, сейчас. Обратно-ка. Мы никогда отсюда не выберемся, у нас нет ни единого шанса. Если я буду с тобой, ты сможешь ответить голосу. Типа, да, могу. Ну, отлично, давай, отвечай голосу. Короче, вот сейчас. Гуга, ты слышишь их? Да, у них у всех один голос, от него болит голова. Ой, обезболивающее, выпей какой-нибудь. Не отмахивайся от него, прими его, не бойся. Теперь Гуга может управлять крысами. Зашибись, зажмите ЛТ для прицеливания, а затем ЛТ, чтобы привлечь крыс в указанной области. Я понял. ЛТ. Нажал. Ну, так вот эту херовину-то. Во, смотри. О! Все хорошо, а теперь прикажешь им двигаться. Голова больше не болит. Это была макула, ты ответил на ее зов. Идем. А, свет, смотри, они не могут на свет. Нахер. Вот туда бегите, молодцы. А мы на свет пойдем. Так. Все, в принципе, просто. Беги. Опа. А, слышь, нельзя на себя. Вил я случайно себя под ноги, и они чуть не сожрали меня. Ой, я там пропустил, что она говорит, ну ладно. Так, это и есть моя болезнь? Ты не болен, Гуга, это дар. Я объясню позже. Давай. Ну так, ну как дар? Ну да. Сам взяли, да. Ты нашел ее или я схожу с ума? Это этот заключенный. Так, что, все, дальше сюда. Оп. Да что тут крысы делают? Что, сука, творится? А, здесь... О, там можно было еще куда-то вил проползти. Или мы отсюда... А, мы отсюда и выползали оттуда, все. А, нифига. Свет, света боятся. Свет мешает. Надо, короче, обходить там, где света нет. Так, подожди, под ноги себе их не запульнуть бы. Вот туда. Не-не-не-не-не! Нет! Видел? Охренеть. Хорошо. Гуга погиб, да, блин, и да. Окей, хорошо, еще раз. Да я тебе... Я же им свечу, вот, блин, туда иди. Короче, их тоже от себя надо... Я их оттолкну, да, чтобы мы смогли пройти. Не перестарайся. На свет, отлично. Блин, немножко неудобно, нужно всегда правый джойстик от себя как бы подхерачивать. Ой-ой-ой, уходим на свет. Идем. Сейчас попривыкнем немножко, будет все понятно. Так. Будь осторожен. А нахрена я это сюда отвернул? Подожди. Что-то я не особо понял. Они все равно здесь не пройдут. Во! Там проход есть. Все.
А чё, они все равно не идут почему-то? Так, а чё-то я этого прикола не понимаю. Они же сюда под фонарь не пойдут? Не пойдут. Ай, бля. Ну, ладно. Я понял. Я все понял. Все договорил. Так, они как этот, как котик за точкой, знаешь, бегают. Рыски. Ой-ой-ой, не-не-не, от себя, от себя. What the hell did they do to them? They make them eat people's blood. Really? Yes, it's strange. I can feel the black rats. Ой-ё! Да забыл я, ну что нужно я, блядь, ай! Зачитался этим, блин, текстом долбанным, блин, а что они там говорят? Нафиг, не буду читать, все, не буду, не буду, не буду, не буду, все. Кыш, брысь. Там никого же нету, да? Просто обходим, подальше от них. Просто обходим, вот. Так, стоять, спокойно, спокойно. Отлично, отлично, идем, идем, идем. Я надеюсь, он не отрубится там от всех приходов. О, о, какой комок собрал, глянь. Так, туда, подальше, подальше от нас. Подальше. Молодец, молодец, все, молодец. Мамочка, почему я так умею? Ну, это решает кровь. Короче, понятно. А Амиса не умеет? Ну, Амиса не умеет, верно. Я объясню потом. Мы поссорились, мамочка. Все будет хорошо, милый мой. Давай попробуем отсюда выбраться. Да, давай отсюда выбраться уже и все. Он сохранил, сработало. Так. Ну прямо как шли, как будто нам это специально путь построили. Они прям ждали просто. Так. Опа. Опа. Итак, ты наконец-то соединился со своим сыном. Ну да. Я знаю, что вы с ним сделали. Вы получили и то, что хотели. Так отпустите его. Вы оскорбляете меня, госпожа Дерун. Я слишком стар для этого дерьма. Ваш сын, естественно, носитель макула. И он еще с ним не... И она еще с ним не закончила. А значит, не закончил и я. Впрочем, вы сами все понимаете. Виталий, позвольте нам покончить с этим. Они прям ждали ее, видишь, он прям сюда вот к ним придет. Смотри, они знали, что... Николай, ты не понимаешь. Ты чувствуешь то же, что и я, малыш? Теперь мы повязаны кровью, и что ты об этом думаешь? Гуго, твое семейство становится все больше. Дом про крыс имеет. Умоляю вас, я обещаю, что помогу вам, но позвольте моему сыну уйти. Он создан не для семейства Дерунов. Его судьба быть здесь, рядом со мной. Вы чудовище. Чудовище? О, мадам, вы ничего еще не видели. Напоминает этого из Звездных войн, этого самого главного, как его, Ситха. Тоже на моей стороне, будь все такое. Рукой вправый махнул, левый махнул. Опа-па! Так, что надо делать? Убейте ее. Зашибись. Что надо делать? Типа не трогайте ее. На нахрен. Тихо, тихо, тихо. А, все. Он заставляет его своими способностями пользоваться тем самым, чтобы это макула в нем, короче, это. Видишь? О, нифига, рыбий глаз такой жесткий пошел. Где кто? Кто еще? Вот с той стороны. Давай, 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 давай.
сожрали. Есть. Зачем вы это делаете? Почему? Лучники! Лучники? Вы, блин, что, прикалываетесь? Нафиг, я вам сейчас дам лучников. Вот так вот. Опа, все. Мамочка, я мне плохо. Я знаю, Гуга, крепись. Прима Макула, пошла реакция, продолжайте. Понятно, они специально его нуждают. Давай. Где? Вон он, вы, говно это железное. На. Просто людей, как пушечное мясо. Да, иди это самое, сделай то, сделай. Оп, тихо, есть. Подожди, пока рано. Ой, лучники где-то. Нет, стрела, по-моему, была. Да, я услышал ее. Взять. Схавать, говорю, есть. Ой. А, все в порядке? Хватит. Это что? А, это жрачка, типа, они там что-то закинули, жрать подержали, кровь какая-то. Гуга, скажи что-нибудь. Гуга, ты меня слышишь? О, нет! Его силы велики, он вопреки нашим ожиданиям, он еще не достиг порога. Вы знаете почему? Ну, потому. Амиция. Это Амиция. Вот это очень утомительно. Все это очень утомительно, но он уже близок. А у нас еще остались пешки, которые можно сыграть. Короче, Амиция помогла ему с эликсиром, который делать. Уведите ее, отпустите его, чего вам еще надо? Это мама. Мне нужно много больше, бесконечно больше. И вы останетесь с нами, чтобы мы наверняка получили искомое. Не бойся, Гуга, я совершенно в тебе уверен. Мы преуспеем. Зловещий смех. Ну, вы поняли. О, все, новая глава. Так, что? Какая? Ну... 15-е. На память. Думаю, давайте на этой главе и закончим, я думаю, да? Уже час играем или что, или как? Ну ладно, давайте еще немножко. На память. Хочешь помять? На, помять. Зачем? Помять. На. Ой, не могу. На память. Что там на память? О! Это наши ребятки. Нихера там дерево такое, смотри, торчит. Ебанина такая. А, все, она, короче, у нее дурка вообще тоже, да, пошла. А, ты че, убери руки. Амиция, она проснулась. Тише, Амиция, тихо. Тихо. Мы с Артуром нашли тебя, но тебя не было 3 дня, Амиция, ты чуть не погибла. Мы очень за тебя переживали, короче, она искала. Гуго. Хьюго, блин. Оставьте меня. Уйдите, не хочу вас видеть, козлы. Тебя, блин, люди нашли. 3 дня ты где-то шаталась. Месяц спустя. Месяц. Ну же, просыпайся. Остальные уже наверняка встали. Скоро придут крысы. Пора зажигать огонь. Так. Открывайся же. А, стоп, а это вот что? О, я не заметил. Что, замок так и не оттаял? Уф, нет, зима нынче очень холодная. О, короче, у нее там замок занес. А что еще? Он тебе опять снился, да? Я привел тебе особый отвар зверобоя. Лошадь свалит. Все в порядке, мне уже лучше. Просто я по нему скучаю, мне придется смириться с тем, что он уже не вернется. Амиция, ты как? Только что спрашивал, я пойду поздороваюсь с остальными. Только что же он спрашивал. А, тебе объяснила, что... Про сундук, конечно, да, скажу. А, она же тебе объяснила, что снится он и так далее, и не может она это самое...
На ветке жетончик, смотри, так и висит. Что, тебе тоже одиноко? Ладно тебе, не грусти, еще один день. Ну а зачем ты его туда повесила, вот я не понимаю. Это же как бы, ну, типа амулет, как это правильно, не амулет, наверное, этот. Короче, подвеска твоей семьи, как бы корни, все дела. Зачем ты ее оставила, я понять не могу. Как будто типа отреклась или что. Ой, тут яма, аккуратно. Смысл просто, или чтобы тебя не узнали больше, что ли, или что. What are you doing here? О, а ты здесь что делаешь? Так, это Гуго должен был тебя найти. Прикольно, я его тоже не находил. Камнеломка. Типа он через камень растет, да? А, один просрали. Ну, в смысле здесь. А всего 4 уже просрали. А здесь вообще прорва. Здесь вообще нифига не нашли. Ну ладно. Что ж теперь-то? Так, это мы... Ага, это мы обратно... А, это я вбежал... Ага, хорошо, хорошо, так. Ага, ага, угу. Эти вещи, я помню здесь все, каждое мгновение. Чё? Это вот, блин, это тот медальон, о, этот четкий, который мы нашли. Бутылка с этим, здесь все вещи хранятся, которые мы должны были найти. А это очки, вот это лежат очки, которые мы нашли. Их куда одевать, извините, вы видели их? Поменьше-то нарисовать не могли, ёперные. Смешно же. Очки, блин, как их вообще носить-то с собой? Там телега нужна, чтобы очки с собой носить. Дай-ка я почитаю, блин, и телегу попёр с очками, да? Вообще, что ли, ненормальные? Да сделаем, пофигу, давай, чё нам вот это. Not bad. Not bad at all. Тут уже все по накатанной вниз. Гуга пропал, там его словили, я думал, убежит, там словили, я уже нихера не помню, что здесь дальше будет. Не, ну что-то я, конечно, помню. О, дверь. Так. Кожа. Ну, прям так, что вот там вот прям по главам, я, конечно, честно, не помню. Где наш химик? Химик! Эй! Химик! Химичка! Химикатчик! Лука снова спал здесь, должно быть, бедняга. Это место напоминает ему о тех временах, когда он жил у Лаврентия. Ну да, пора Луке притормозить с книгами. Он и так уже на каждом шагу, они и так уже на каждом шагу валяются. Отстань, нравится ему читать, это хорошо. Ну и вид был Луки, когда тот решил, что заканчивает великое делание. И Гуг такой, ты молодец, Лука, ты просто волшебник. Ну да, 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 да. А он такой, типа, себе немножко возомнил, да, такой, нифига, такой сделал туда-сюда. Блин, здесь вот так через такое окно-то не холодно ему, нет? На полу-то спать. На каменном, блин. И тут еще окна открыты, блин. Хоть бы на стол постелил, я не знаю. Парень уму разуму набирается, не то что вы. Челядь. Так, здесь у нас что, ничего не изменилось? Свечи. А, зелень ушла вся, видишь, тоже холодно. Возле окна вся зелень. Ну, не вся, но большинство вроде как ушло. Нет? Или мне кажется. Так, здесь какие-то у нас что? А, здесь они устроили храм себе какой-то, типа, да? Ну да, свечи. Ни хрена себе, вот этого не было стало. Это не стол. Прости меня, но если ты знаешь... Где сейчас Гуг, расскажи мне из милости. Или проследи, присмотри за ним, если можешь. Понятно, как. Как они этот стол сюда вперли, мне интересно. Че по этой лестнице, прикинь, каменный стол тащить. Так это ж, блядь. Тебе даже не пианино, это каменный стол. Это жесть. Как они его заносили, это интересно. Ну ладно. Может, они его на месте там вытащили? Так не было же ничего. Из чего? Не было ничего. Так, здесь мы посмотрели, это мы посмотрели. Куча всякого барахла нашли. Так, тут нам нечего. Тут мы все подобрали. Здесь что? Покушать? Суп. Кто сегодня готовил? Мили? Нет, перца маловато. Значит, не она, типа, да? Ну, прикольно. Что ты так распознаешь?
Там же, вон-то, блин, да вон там блестит-то, смотри, хреново туча. Давай бегом туда, чё ты ходишь-то всё мимо, блин. Чё ходим мимо? Мимо чё ходим? Раз, подобрала. Чё такое? Два, ну ладно, это не надо, но это можно было... Оп! У нас никогда не было столько яблок. Гуга бы ими до тошноты объелся. Фу, ну да, фу. Так, смотри. А, вот, значит, оттуда мы пришли. Вот сюда мы еще не заходили. Здесь что? Ничего? Ничего. Так, и вернулись, ага, обратно. Так, 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 так. Куда еще, куда еще? А, вот здесь, да, кстати, что? Чик, закрыто, понятно. Стоп, ну что, сон закрылся, я говорю тебе, это из мороза, это даже хуже ржавчины. Ну все, все, делать нам больше нечего тут. Надо куда-то идти, это сам, выходить, наверное. А, ну куда-куда? Вниз? Вниз? Зажигать огни, как она сказала, вот, да, все. Я хочу остаться здесь, правда? А если, а что если ты перестанешь жить, как дикий зверь? Это спорит брат с сестрой, конечно. О, привет, Амица. Привет. Простите, я вам помешала? Нет, Артур просто говорил, что хочет уйти. Опять. Ладно тебе, я просто хочу, чтобы мы выжили. Как и всегда. Слушай, скоро стемнеет, и нам нужно зажечь огни. Поможешь мне, Артур? Иди, и постарайся ее не бесить. Зачем бы мне это делать? Затем, что ты настоящая заноза в заднице. О, Лука же попросил, чтобы... Блин, ну-ну, он просто хочет со мной увидеться. А, Лука это этот алхимик, который хочет с ней, этой, с девочкой, с этой смелью увидеться. Говорит, типа, он там помочь что-то хотел, попросил тебя. Она такая, да-да-да-да-да, знаю я это, помочь. Она старше него, его два раза. Пошли давай, я правда не знаю, что здесь. А что здесь надо? А что здесь надо? Это и хер... Я не хочу. А чё? Я не хочу ничего зажигать, я не хочу тратить свои припасы, во-первых. Этот самый орёт там все это на всех. Кузнец, молодец. О, веревка. Так, так, так. А чё, она не слезает, смотри. Кусок собачьего дерьма! Кричит кузнец. Ну я хрен знает. Так что, как настроение? Я чувствую себя старухой. Для старухи ты очень даже ничего. Спасибо, подкатывает. Слушай, я плохо знаю твоего брата, но... Ты бы ему понравился. Правда? Ты спас нас, тебя поймали, а ты сбежал. Как герой из романа. Герой? Но он бы огорчился, что ты уходишь. Короче, она давит на то, чтобы он остался. Наверное, они тоже там, типа, любовь-морковь, все дела. Вот так. Хорошо, так, значит, так. А, вот спасибо, вот спасибо. У тебя все есть, ты тоже алхимик, ты тоже это самое, как я. Я люблю огонь, ну хорошо, как скажешь, с меня достаточно. Редрик, все в порядке? Все отлично, она у меня заработает. Эй, спокойно, если ты все сломаешь. Вот так, теперь жаровни будут держаться на месте. Что он сделал-то? Метод Родрика что-то ха-ха, налетай, что налетает-то? С удовольствием. Что налетает, что с удовольствием, хер поймешь, ну ладно. Что-то он починил там, короче, молодец, да. Ладно, ты этим займись, а я пойду к другой жаровне. Хорошо, договорились. Давай, погнали. Давай, проверь, что жаровня прямо что-то там. Потерпи, все будет. Ладно, пойду-ка я вымоюсь. Ни одна крыса не выберется отсюда. Эта система тут не просто так. Эта система не остановит обычных солдат. Артур, Мели устала постоянно убегать. Мы с Мели не такие, как все вы. Может, Мели тоже не такая, как ты. Ладно, понял. Так, а зажигать кто будет? Рассмотреть. Тут толкать идти, что ли? Ща. Ща. Так, берите до крепостной стены, установите жаровню, хорошо.
Блин, этот парень в чешках бегает каких-то, блин, в носках, блин, ему вообще вот как вот. Бррр, нарисовали бы хоть, ну, подрисовали бы там этих, им сапоги какими-то там, и шубы эти, или хотя бы эти, ну, какие шкуры там на них бы нарисовали, зима все-таки как-то, они бегали, в чем бегают, блин, всю игру как. Да нет, нет, да, блядь, нет, 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 блядь. Tell yourself that we have something here, and we need people like you to keep it safe. Ну, короче, они там все разговаривают, что типа нам нужно то, нам нужно это, надо защищаться, везде крысы, бла-бла-бла, жу-жу-жу. Вот, то есть как бы. Верстак, кстати, надо пойти. Я сейчас что-то насобирал уже кучу всего, надо на поверстать пойти. Еще ж. И нет, подожди, еще, еще там надо. Да, вот, вот до конца надо, что-то не дошел. Ладно, я закончил, все. Бам, блин. Не дали собраться. Что-то не так? Понеслась. Смотри, как вода. Фонтаны. Ты чё? О, все, понятно. Все ясно. И чё нам? Ой, блин, и чё нам сейчас этих вот отстреливать, что ли, этих... Ай, куда этих, блядь. Воронки эти отстреливают. Их слишком много. Артур, амиция! Живо внутрь. Живо внутрь. Чё нам надо сделать? Почему яма переполнена? Такого раньше не случалось. Чё нам надо сделать? Подожди. Я не успеваю читать и делать. Так, используйте, короче, жаровни вроде как. Собрали быстро. Блять, покрафтили, блин. Жаровня на месте, давай сюда. Вот падлы. Так, дальше ты чё? Да не, херота какая-то, слышь? Ну и чё? Подожди, подожди, подожди. Это там стоит, можно нам спуститься, он там эту будет двигать. Быстрее, 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 давай, в натуре. Ёп, красоты. Так, чё дальше? Давай, делай что-нибудь, чё? Плохо, очень плохо, я не успеваю читать, ребят. Надо добраться до лестницы, мы здесь помрем. Присоединитесь к Артуру. Так, рассмотреть, где? А дальше-то чё? У меня кончились, охренеть. Есть. Тут есть горячая жаровня. Так, где? Я чё, куда она посмотрела-то? Я чё-то не понял. Туда, что ли, бежать надо? Наверное, да. Опа-па-па-па, тихо-тихо, мы сейчас будем много крафтить этих. И чё? И чё? Вот, 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 всё, вижу, вижу, вижу. Есть. Вот, а куда? Где? Откуда? Вот, вижу, вижу, вижу. Ёп! Уходи, уходим! Блядь! До этого хотя бы показывали, где эти штуки вылезают. Сейчас не показывают, придется башкой крутить и хрен че успеешь. Давай, давай, еще раз, еще раз, еще раз. Все собираем, все собираем. Тихо. Раз. Я не успеваю, честно. Я просто не... Так, тихо, тихо. Крафтим, 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 крафтим. Все. Раз, два, есть. Да подожди ты, я не успеваю, ни хрена. Где? Да что? Чтоб вас.
задрали. Ой, бля, я же не успеваю туда смотреть, и туда смотреть, и еще куда-то идти. Раз, два, три, четыре, готово. Одну хлопнули. Давай, 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 давай. Вторая. Третья. Есть. Бегом. Так, вот, вижу. Раз. Два. Уходим, уходим, уходим. Держись, переверну к тебе другую. Хорошо. Есть. Где? Где, где, где? Раз. Два. Есть. Не хватает там еще? Три. Раз, два, сделаем еще. Чё? А, жаровню, жаровню. Господи. Поехали, поехали. Готово. Готово. Все, бежать, 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 бежать. Ну нормально, с третьей попытки или с какой там. Так, все собирай, все собирай. Очень много всего потратили. Так, я тебе помогу. Что она мне поможет, я не понял. Что я ему помогу? Рассчитайте. А, рассчитайте для Артура. Где он? Вижу. Все. Так, 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 так. А как ему рать? Так, 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 так. Ага. Все, все, все. Все поняла, иду. Там две жаровни есть, это есть, нам надо вот эту, короче, двигать. В порядке, лучше уж быть здесь, чё там, что это за чертовщина, амиция? Они раньше пытались прорваться, но так никогда, что произошло? Откуда мне знать, они как будто пошли в атаку? Да что за чушь, это же крыса, а не английская армия. А, но они знают, что делают, я видел такое лишь однажды. Так, подожди, подожди, подожди. Да стой. Есть. А где еще? А все, походу. Идем, идем, идем. Обратно. Давай, давай, пошли. Идешь? Идет. Стоп, стоп, стоп. Опять рой, 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 рой. В смысле, рой крыса, а не рой. Яму рыть не надо. Давай, давай, пошли. Идем, идем, идем. Тихо, тихо, тихо. Спокуха. Опа. Все закончилось вообще, только-только хватило. Прикинь, сейчас бы вот я облажался бы, на последнем этого бы не хватило камня и горячкой этой. Блять, ну, снаряда, короче, и все, и жопа. Ты че? Давай. Надеюсь, они в порядке, если крысы и пробрались, амиться туда и сюда. Они не дети, они привыкли. Я больше не хочу рисковать, они готовы больше никого потерять. Вообще, больше всего мне хотелось бы оказаться как можно что-то дальше от этого. Но я не волшебник, я только учусь. Так, стоп, ингредиенты. Вот блестят. Дружище, подожди. Надо все собрать, потому что... Ага, все, хорошо, хорошо. Ой, тихо-тихо-тихо-тихо. Вот еще. Все, отлично. Мы очень много потратили, у нас вообще ничего нет. Все, погнали, нефиг стоять здесь мерзнуть. Но они же так иначе выше-то не поднимутся, их можно потихоньку так прибивать, как ты в порядке? Нет. Что тут происходит? Артур, тебя укусили? Нет, надо выбираться отсюда. Но замок строили для того, чтобы противостоять Лука, и их никогда столько не было. Это не просто набег крыс. Тогда что это такое? Готовь, готовь, готовь эти взрывоопасные штуки свои. Сюда, быстрее! О, друзья, ну здрасте, ну здрасте, ну чё, продал, продался, приодели, накормили, да, ступай и сделай, что должен. Короче, завершающая стадия, он должен убить свою сестру, и тогда он все, макула ему полностью овладеет.
Да ты чё? Блин, ты чё? Хьюго, ты чё? Давай, пошли, типа, короче, убегает, смотри. Ах, ах ты ж мелкий. Так, чё там? Гуга, это был он, это Гуга. Милли, что ты делаешь с дверью? Она не подается. Что они с ним сделали? Крысы. Он может ими управлять. Это Макула, да, прошу. Куда ведет этот проход? Не паникуйте. Куда все-то? Быстрее меня, быстрее паровоз, вы куда? Крысы пошли через запрошли через оборону, как горячий нож сквозь масло. Я не могу читать, не успеваю. Паром тянет, да, таким? Проходите. А, это тот проход, который, короче, типа... Опа! Хрена себе! Ох ты ж, ёптать! Прилетело! Прикинь, железной перчаткой вот этой вот-вот. По лицу-то получить. За работу. Гуго! Гуго! Убей ее, или я убью твою мать прямо здесь. Гуго, это я, Амиция, твоя сестра. Ну и чё? И чё? Убейте и убей ее, дитя. И Виталий, может быть, ставить тебя при себе. Отступите, чтобы... Чё, чтобы... Сбежать от Никола... А? Гуга, нет, давай, дитя, она больше ничего для тебя не значит. Не могу читать, ребят. Я везде тебя искала. Что ты хочешь? Блин, я там уперся вот во что-то. Охренеть. Давай еще раз. А, давай еще раз, давай. Нафиг, все, я не читаю. Отходим, отходим. Бегите от Никола. Отступить, я отступаю. Отступаю. Камера никак не поворачивается. Да, а чё такое? Камера вообще не поворачивается, она ничего не делает. Чё, а чё мне делать-то? Амиция погибла. И чё, а чё мне сделать-то надо? Камера не разворачивается. Так. Отступите, чтобы... Ну... Да куда? Да вашу ж мать, да? Ну вы чё, издеваетесь? Я не понимаю, что она делает, честно. Ладно, еще раз, еще просто. Ладно, хорошо, просто иду назад. Просто отступите, чтобы сбежать никого. Все, иду назад. Она в прошлый раз уперлась в какие-то ящики. Я тебя везде искала. Ты ждешь при... Вот, смотри. А, вот нужно немножечко отступить. Довольно. Я оскорблю ее твоим крысам. Не трогай его, урод, короче. Так, все, я не читаю, мерзавец. Он сдался нам, потому что ты предала его. Благодаря ему, монсеньор Виталий скоро станет единственным носителем Макула. Да мне насрать, развернись и беги. Вон, парень, смотри, наверху. Что он единственный, так, был теперь в венах Великого Инквизитора, счет его крови. Смотри. Артур, давай, жму, блядь. Давай. Ебать. Охереть. Ну все. Молодец. Ты крутой. Мы достали этого ублюдка. Амиция? Парняга, а. Артур, убедись, что он мертв. Мне надо поговорить с Гуго. Ой, не надо. Ну зачем? Ну и уходите и все. Убедись, что он мертв. Возьми эту, блин, какую-нибудь же арматуру железную, что-нибудь, палку горящую, я не знаю. Как он пойдет? Гуго? Как он пойдет убеждаться? Пальцем в него тыкать? Я просто хочу с тобой поговорить. Он больше не сможет тебе навредить. Гуго, смотри. А, ну, ни хрена себе, он валун берет. Ладно, я не буду двигаться. Сам подойди, ну же. Ты врала мне. Опа. Нет, я... Гуго, я пыталась защитить тебя, я... Прошу тебя. Хрена себе, ты врала мне. Жух. Класс. Смотри. Хоровод. Слэм. Слэм пошел. Класс. Послумились крысы. Трубился он.
You did it. You passed. Сделал-то, ты прошел. На новый уровень. Ой, блядь, нет. Артур. Ай, блин, Артур, Артур. Все, жалко пацана. Ты мне больше ни к чему. Короче. Это я помню. Это я все помню. Смотри, что надо. Ай, камни не взял. Твою же... Уходим. Твою же мать. Так, смотри, что надо. Мы бегаем от него, тушим максимально много огней и вот этих палок, которые стоят. Там вылезают крысы, начинают его жрать. Мы должны переключаться, да, на крыс Гуго. И таким образом... Ой, там не взяли. Смотри. Уходим. Вот сюда. Теперь гляди. Берем, делаем вот так вот, хоп. Макула, херакула. О! А, нет, твари! Смотри. Жа, блядь! Короче, у него черкаш такой на пузе есть, он пузо мечом бахает, и загорается меч, короче, и он им отпугивает крыс. Суть в том, что, короче, чем дальше мы его убивать будем, это я помню, чем дальше его убивать будем, тем он сильнее будет возгораться. Потом рука, полтела, потом он весь. Смотри, это будет круто. Так, он убежал, он ушел от нас, он отстал. Он увидел нас. Так, тут у нас потушено все. Ой-ой-ой, бежим. Ёб твою мать. А, у него уже рука горит, нормально. Вернулся контроль. Все нормально, мы сейчас, я немножко, да, надо было убежать все-таки, наверное. Так. Во, у него рука уже горит, это радует. Так. А чё мы, вот, смотри. Нас крысы больше, походу, не трогают. Типа, стоп. Понеслась. Давай на него. А, не, теперь надо его потушить. Ай, отбил. Вот падла, надо еще, короче, его обмотать. Охренеть, слушай. Отвлекающий маневр. Опа. Да ёпта, отвлекающий маневр. Жесть. Так. Короче, надо тушить еще огни, он будет на них отвлекаться, пытаясь их зажечь. Тем самым мы будем... Вот так вот, берем крыс и на него. Пошел. Готово. Вторая. Ну, второй удар был по нему. Я смотрю. Ему уже просто, он больной, реально, ему уже просто по барабану, он просто хочет их убить. Это жесть. Что, бегом. Быстро. Да не то. Готов. Апа, все. Быстро мы его, нормально. Мы умерли всего лишь там пару раз, там, да? Нормально. Есть. Прямо в ад, нахуй. Так. Отлично. Амиция. Все, замочили мы его быстро. Я, по-моему, его долго мучил тогда. Артур, нет. Артур! Я убью их, на части разорву. Милли, я просто заткнись, ладно, перестань, пожалуйста, я их всех перебью. Я сожгу их сраный стяг. Милли, ты никак, чё там? А ты? Ты так и будешь там стоять. Очнись, оглянись по сторонам. Ты не понимаешь, о чем говоришь. Я понимаю, что нас будут убивать одного за другим. Они добрались до моего брата, до твоего отца, до вашего отца. Не осталось ничего, ничего, мать вашу, ничего. Она права. Амиция, это безумие.
Пятеро? Против армии? Думаю, нас теперь куда больше. Он преодолел порог? Думаю, да. Гуга, что ты хочешь? Я хочу убивать! Я хочу спасти маму. Убивать! Это много меняет. Даже если это нас убьет, а что нам терять? Нам нечего. А вот Виталию, теперь мы сможем его остановить. Убивать! Тогда вперед. Ах, давайте этот... Эти, как их, блять, вот эти вот... Да. Моменты вот эти. До последнего вздоха! Да, до последнего вздоха! Флаг еще нужен, чтобы сзади развивался. Луч солнца это на них падал. Ну ладно, хер с ними. Короче, идем в атаку. Коронация. И на этом мы, наверное, вот эту серию и закончим. Сейчас у нас подгрузит... сохранялка сработает, подгрузит игру. И вот на коронации мы как раз таки и остановимся. Ну неплохо, неплохо тогда. Прям мы его так водой зашпуляли. Крысами зажрали, короче говоря. Прикольно, он красиво горел. Мне, конечно, это очень понравилось. Я не знаю, как он, мне очень понравилось. Прям сначала рука, потом, блин, тело, короче говоря. И на третий раз он уже все того... Накрылся. Перегорел на работе, как говорится. Ну, бывает, бывает. Перегорел малость. Работа наша такая, вы же понимаете. А тут тем более это, блядь. Тяжелая работа, скажем так. Людей убивать надо. Так, приперлись мы, короче. В город, да, получается, походу. О! Какой огромный город, как мы найдем мамочку? Мы вытащим ее отсюда, Гуго. Так, хватит ворон считать, блять. Подожди! Подожди! Милли грустная, с ней все будет хорошо. А мы не можем ей помочь, ну развесели. За этим мы и здесь, чтобы помочь ей отомстить. Так. Я не успеваю читать, потому что я смотрю по сторонам. Так, Редрик, ему 5 лет. Что-то там, короче, Редрик говорит, типа, да, он, наверное, всех поубивает нахер. Он говорит, Редрик, ты дурак. Редрик, ты, блин, ты головой своей думаешь, ты кузнец, ты глуп. Ты можешь махать кувалдой, ты не думаешь. О, смотри, вот еще что-то. Просто у нас осталось-то, посмотри, что. Херня осталась вообще. Ну так, ну не хер, ну так. Но все равно. Вон, смотри, спирт валяется на улице, видишь? Сейчас на улице спирт валяется, иди посмотри, хер найдешь. Не бегут, кстати говоря. Таким прогулочным. Да, все, друзья, вот на таком виде мы остановимся. Спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, комментарии. Делайте репосты, колокольчики. Подписывайтесь на канал, все дела. В Ютубе меня смотрите, в общем. А спасибо, счастливо, пока-пока.